Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет очередная большая распаковочка посылочек, заказанных на сайте AliExpress. Подписывайтесь, впереди вас ждет много чего интересного. Итак, первая посылочка. Это мне пришла бижутерия с магазина Kinnell. Хорошая у них бижутерия. Постоянно делаю себе заказы. У меня уже много видео на канале. Так, сейчас. Кому интересно, посмотрите моих предыдущих видео. Это с магазина Kinnell. Хорошая бижутерия. Вот так все упаковано. Вот такую штучку. Сейчас мы с вами посмотрим поближе. Доставка очень быстрая с магазина. Тут мне пришел набор. Ихняя новиночка. Сережки и колечко. Сейчас я открою и посмотрим на эту красоту. Так, сережки. Красивая, хорошая бижутерия в магазине есть. Кому интересно, ссылки будут в описании под видео. На все товары с распаковочки ссылки будут под видео. Размер колечка я заказала 6, на пакетике написано. Там есть разные размеры. Итак, сейчас с вами посмотрим поближе. Вот такое красивое колечко. Очень красивая работа. С внутренней части еще есть проба. Постараюсь сейчас вам показать. Как-то так. Видно или нет? Видно, 925-я проба. Красиво так колечко сделано. Хорошая работа. Размер 6. Там есть разные размеры в магазине. Вот так поближе. Все стразы на месте. Классное колечко. И сережки. Сережки идут. Английский замочек. Вот проба идет также на сережках. Застежка рабочая, они легкие на ушке. Так, вот так набор вместе. Очень красивая работа, советую однозначно, и магазин советую. Доставка очень быстрая, с отслеживанием, классные, красивые товары есть, как стерлинговое серебро, так вот по золоте. Очень красивая работа, сережки легкие, удобные в носке, подойдут на каждый день. Стразики классно переливаются. Ну, там есть разные наборы, так что я думаю, что каждая из вас найдет свой набор. Так что смотрите ссылки под видео. Дальше следующая посылочка. Это я выиграла на халяве за 1 цент. Очень довольна. Это идет колечко, размер 7. Идет как бы платиновое покрытие. Сейчас мы сравним с серебром. Это у меня серебро, это идет платину. Конечно, оно больше как бы блестит. Стразы все на месте. Оно такое массивное, праздничное. Очень красивая работа. Там есть разные размеры продавца. Фокус. Так, еще покажу, как идет оно с внутренней части. Но тут никакой пробы нету. Цвет камня. Фокус. Очень красиво переливается. Просто супер. Вот теперь у меня вот такие два замечательные колечка. Очень красиво. Главное, что есть разные размеры. Дальше следующая посылочка. Это уже большая. И идет она ногтевая.
получила. Пришло. Доставка очень быстрая. Тут мне пришли наклейки. И много разных блестяшков. Тут в магазине в этом всегда красивые есть блестяшки. У меня уже неоднократно были товары с этого магазина. Доставка очень быстрая. Потому с удовольствием делаю заказы. Вот такие 3D наклейки. 555. Классные надписи. У меня уже подобные были наклейки. Еще себе заказала. Это идут 3D наклейки. Их только отклеить и наклеить. Там есть разные всякие наклейки у продавца. Итак, тут у меня получается 3 блестяшки. Это я заказала не себе. У меня уже подобные есть. Так, сейчас мы с вами сравним их всех. Вот такие красивые голографические. Эти однозначно советую. Можно сделать как втирку. Красивый такой голографический эффект. Как раз на лето. Будет супер на ноготочках. Дальше. Вот такие. Как по сыпушку будет красиво смотреться. Также голографические. Красные. Предыдущих красных оттенков нет. А тут темно-красные, ярко такие красные. Дальше еще одни. Вот такие. Только другие цвета. Также красивые блестяшки. Короче, можно выбрать на свой вкус. Открывать их не буду, так как заказала не себе. У меня уже подобный обзор в таких блестяшках был на канале. Кому интересно, можете посмотреть моих предыдущих видео. Дальше. Вот такие сердечка красивые еще мне пришли. Голографические. Красивый будет дизайн, как Дню Святому Валентина сделать с такими сердечками. И еще вот такие. Эти еще круче. Они какие-то идут такие, как бы с точками такими. Очень красивый такой эффект у них. Ну, если сравнить, эти мне больше понравились, как их вместе, эти сердечко. И тут еще идут такие, как бы, крестики. Разные размеры есть, как и тут есть маленькие и большие, так и в этих наборах есть разные размеры. Плюс, что есть разные 12 цветов. Отлично хранить в таком контейнере. Так, немножко вот вам отсвечивает вот такой набор. Там есть разные наборы продавца. Я думаю, что каждая выберет под себя. Дальше смотрим следующую посылочку. Следующая посылочка. Это мне также пришла бижутерия. Интересная. Конечно, на любителя. Так, вот такой наборчик мне пришел. Это идет нержавеющая сталь. Вот такой красивый. Тут идет сразу 3 цепочки. Фото от продавца я ставлю. И давайте посмотрим их по отдельности. Там есть разные красивые наборы продавца. И еще себе заказала лев. Кулончик, как бы, я по знаку зодиака лев. Там есть разные знаки зодиака. Давайте начнем с знака зодиака. Вот такая цепочка длинная. Сейчас мы измерим ее. Так, длина где-то получается 50 сантиметров. Так, кулончик поближе. Такой кулончик. Вот что сзади. Красивая такая работа. Так, застежка рабочая, вот такая застежка. Тут такие. Точечки на кулоне интересные. Нержавеющая сталь. Дальше следующие. Это получается набор. Состоит из 3 цепочек. Начнем вот с такой маленькой, тоненькой. Тут у меня что-то зацепилось. Вот такая самая маленькая, тоненькая.
Вот такая. Тут такой как бы камушек серого цвета. Очень тоненькая. Застежка такая же, замочек. Замочек рабочий. И сейчас посмотрим, какая длина цепочки. Так, получается длина также 50 сантиметров. Милая-милая цепочка. Как бы ракушка сзади. Вот. Дальше. Это уже идет замочек. Тут уже есть удлинение, как бы сделать длину себе, подобрать. Вот такой замочек. Идет цепочка вместе с шариками. Такая как бы замочек. Цепочка. Там есть разные всякие наборы. И отдельно. Это нержавеющая сталь. Надолго будет. И вот такая. Очень красивая. Такие какие-то. Элементы интересные. Цепочка также идет удлинение. Замочек рабочий. Их можно носить вместе, ну и отдельно. Я буду носить отдельно. Мне так больше нравится. Получается цена одна и сразу три цепочки разные. Еще измерим вот эту длину какая. Ну это самая как бы короткая из них. 20 сантиметров. Получается 40 сантиметров без удлинения. Удлинение еще идет на 8 сантиметров. 48 сантиметров, если полностью. Она такая короткая. Если их всех сравнить, это самая маленькая. И вот они все вместе. Пишите мне в комментариях, которая больше из них вам понравилась. Мне очень понравилась с знаком зодиака. Вот этот замочек. Следующая посылочка, это уже ногтевая. У меня такой гель-лак есть от фирмы Бортричи. Это идет перепелиное яйцо. Вот такая фирма. MTSSL. Так, этот гель-лак можно наносить на любой цвет. Классный гель-лак, на любом цвете будет разный эффект. Вот так поближе, состава никакого нет. Сейчас откроем, посмотрим. Вот так. Немножко туго открывается. Вот такие как бы черные штучки. Баночка где-то так наполнена, не полная. Полные. Вот так на кисточке. Запах присутствует. Баночка пластик. Кисточка ровная. Так, емкость у нас тут получается 6 миллилитров. 6 миллилитров. Вот так лучше видно. Она такая маленькая, небольшая, но цена бюджетная. Отлично смотрится на разном цвете. Дальше следующие. Это у меня тут пришла гипсистема. Новая фирма. Вот так все упаковано. Как фантики, как конфетки. Это идет у меня база. Топ. И активатор. У меня уже видео, как работать гипсистемой, есть на канале. Можно посмотреть. Конечно, запах не очень в этих гипсистемах. Ну, у кого аллергия на гель-лак или на UV-LED лучи, так как маникюр получается без лампы, эффект гель-лак с этой дип-пудрой, тогда можете попробовать. На Алиэкспрессе есть разные всякие дип-пудры. На эту дип-пудру я вам также оставлю ссылку в описании под видео. Дальше смотрим. Следующая посылочка. Это у меня пришли пластины.
для стемпинга AJR. Как вы знаете, кто на меня подписан, это одни из любимых моей пластины для стемпинга. Это из новинок, такая геометрия интересная, пластина под номером 378. Разные такие геометрические узоры, треугольники интересные. Конечно, чтобы нарисовать себе, да еще левой рукой, это очень-очень тяжело. Помощь всегда вот такие пластины. Пластины хорошие, идут на подложке. Продавца дальше вышли новиночки. Новая серия вышла. Это пластина под номером 377. Такая абстракция, елочки. Снежинки также на зиму подойдут. Звездочки. Такая интересная пластина, но пластина на любителя. Там разные есть пластины в магазине. Гравировка у них всегда отличная. Так что советую вам эту серию, этот магазин. Это такая как бы животных тематика. Собачки разные. Лапки. Интересная, но пластина на любителя. Пластина под номером 375. Нравится, что они идут на подложке. Также в магазине можно получить купон, если брать на определенную сумму. Так что смотрите. Но этот магазин и эти пластины я вам советую. Неоднократно у меня на моем канале было тестирование. Так что, кому интересно, посмотрите моих предыдущих видео. Дальше следующие посылочка. Это пришли мне батарейки. Очень бюджетно, что-то доллар, мне кажется. 10 сразу штучек. Вот такие батарейки для часов. 1,55 вольт. Что тут заявлено для часов, калькулятора, фотоаппарата. Вот такие батарейки. Так, тут у нас идет также на русском языке. Ну, доставка не быстрая и без отслеживания. Но спасибо, что пришли все же. Да, есть и на русском языке. Но тут плохо, что тут наклейка. Все полностью прочитать невозможно. Вот такие батарейки. Советую, конечно. Хороший набор. Сразу 10 штук. Бюджетно получилось. Ну и на AliExpress можно поискать. Там есть и побольше наборы. Я взяла пока 10 на пробу. Потом еще себе дозакажу. Так как батарейки быстро используются для часов. Дальше. Следующая посылочка, вот такая маленькая, без отслеживания. Это у меня пришел гель-лак, кошачий глаз, 9D-кошка. Вот такая фирма. Фото от продавца я вам ставлю, 8 мл. Мы с вами выпросим в следующих видео его, так как типсы я не подготовила. Красивый запах присутствует, баночка пластик, ну, наполнение хорошее, где-то больше половины. Красивая вот такая 9D кошка. Обязательно с вами выкрасим, так что подписывайтесь, кто еще не подписался на мой канал. Дальше, следующий, это мне пришла вот такая маленькая посылочка. Ну, долго она шла, больше месяца. Мне пришел вот такой полигель. Это новинка. Цвет под номером 3. Красивый такой розовый цвет. Заявлено. Состава нету. Емкость идет 15 мл. Это идет полигель.
Эмоликали гели я люблю, легко работать. У меня есть наращивание видео на канале, как сделать при помощи полигеля. Так что посмотрите. Дальше это также ногтевая. Тут идет 3 штучки гель-лака. Мы с вами их украшивать не будем, так как в предыдущем видео у меня как раз была куча таких гель-лаков. И мне кажется, что такие оттенки были. Это повторки пришли мне. Так что, кому интересна выкраска этих гель-лаков, посмотрите в моем предыдущем видео. Там была очень бюджетная цена. Заказала себе много, и не только себе. Кому интересно, можете посмотреть. Это объем идет 7 мл. Цена была очень бюджетная. Сейчас у продавца больше 15 тысяч заказов. Цену он поднял. Так, консистенция у них хорошая. Подобные для гель-лаков от Beauty Lux. Вот такой гель-лак. Баночка полная, кисточка ровная. Очень красивый такой мятный цвет. Там есть разные цвета, но серия такая, она пастельная. Емкость 7 мл, стекло. Запах присутствует, запах не резкий. Продавец заявляет, что у них хороший состав. По консистенции легко с ними работать. Выкраску смотрите в моем предыдущем видео, там больше 20 гель-лаков мне пришло. Так что вот такая у нас сегодня была большая распаковочка. Ссылочки на все товары будут в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Пишите мне свои комментарии, оставляйте мне лайки, мне будет очень приятно. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, красивых и здоровых вам ноготочков. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока. Thank you.